Как забавно, жизнь преподносит сюрпризы и отправляет тебя в неизвестном направлении, в поисках ответа на главную тайну жизни. Я что-то ищу, но как понять, что ты достиг цели, если не знаешь, что ты ищешь? 30 лет уже прошло, а я все в поисках. Петя, привет! С днем рождения тебя! Нашему мальчику стукнуло 24! Счастья! Ну хотя бы социологи звонят. Звонят! В этом мире так много тайн. Почему в раковине образуется грязная посуда? Ведь я не ем, не сплю и даже не играю в компьютерные игры. Я только работаю. Каждый день как день сурка. Каждый день как день сурка. Каждый день как день сурка. Единственное, что оставляет во мне толику разума, это Global F5. Такой эфемерный. Такой далекий. Но такой близкий. Он как хорошее вино. Наверное, мои попытки тщетны. Я буду просто... Кажется, я здесь не один! Кажется, я стал понимать. Да. Да. Вот оно. Оно же так близко. Оно постоянно окружает меня. Но рядом. Я чувствую его. Я чувствую его. Попался? Тебя-то я повсюду ищу. А ты меньше, чем я думал. Каждый день как день сурка. Это все неправда. Это монтаж.